Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. В студии Анна Лапшина. Здравствуйте. Через 3 года в Радужном может начаться строительство новой школы. Об этом на заседании общественного совета микрорайона сообщила глава города Елена Ковалева. По ее словам, возведение дорогостоящего объекта невозможно без денег из федерального бюджета. Вопрос о включении школы в Радужном в госпрограмму строительства образовательных учреждений сейчас прорабатывается. Площадка под новый объект уже выбрана. Это поле северного. Вернее, улицы Мира. Новая школа будет рассчитана на 1000 мест. Ориентировочно ее строительство начнется в 2021 году, уточняет Айкиров Ру. Дайджест недвижимости. Снять трехкомнатную квартиру в Кирове стало дороже. Средняя арендная ставка в этом сегменте в январе выросла почти на 15%. С 13 400 рублей в месяц до 15 300 рублей, сообщает информационно-аналитический портал Рейкиров.ру. А вот двухкомнатные квартиры, напротив, потеряли в стоимости. В среднем 650 рублей. Арендовать двушку в январе можно было за 10,5 тысяч. Самым недорогим предложением января по подсчетам портала стало как раз двухкомнатная квартира. Объект на улице Красный Химик предлагали квартиросъемщикам за 3000 рублей. Самая высокая арендная ставка – 36 тысяч рублей в месяц. Столько намеревался получить от арендаторов владелец 100-метровой трехкомнатной квартиры на улице Орловской. Дайджест недвижимости. От 3 до 5 тысяч рублей штрафа грозит кировчанам за выброс бытового мусора в урны на остановках. Речь идет о пакетах с отходами, которые не доносят до контейнеров, поясняет сайт администрации города. Проблема актуальна для Коминтерна, в частности, улицы Павла Корчагина. Отправляясь на остановку ранним утром, жители прихватывают с собой и мусорные пакеты, которые затем выбрасывают в урны. Как пояснили в теруправлении по Первомайскому району, администрация готовит серию утренних рейдов. Пойманных с пакетами мусора нарушителей привлекут к административной ответственности. По правилам внешнего благоустройства, действующим в Кирове, наказание за выброс мусора в ненадлежащих местах составляет от 3 до 5 тысяч рублей. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.